Всем привет! Подписчикам, гостям ставьте лайки, дизлайки, кому нравится, что не нравится, комментируйте. Это нам поможет, то есть улучшить наше видео. Вот решил, ветер у нас ветрище, сейчас поедем растаскивать навоз. Но решил такое видео снять про наши косилочки. То есть вот две косилочки, вернее не про косилочки, а про ножи. Вот первая стоит новая. Было у нас видео, что мы ее купили. Это 1,85 м, Вирекс. И давно вот мы пользуемся 1,65 м, Вирекс. Она уже года два у нас, года три, наверное, даже. Суть в чем? Про что хотел рассказать. Косилки мне нравятся, но единственное, что у нас есть обмотчик для сенажа силоса. Вон он стоит, Тося. Тоже польский. И они очень как раз подходят вот под этот обмочек, то есть для силоса, сенажа, эти косилки очень хороши. А так в нашей местности этими косилками только косить где-то в августе, когда точно 100% устоялась погода, да, тогда они косят великолепно, и сено просыхает. Самая большая проблема — это валки. Валки, то есть они не просыхают, либо их шевелить при большом объеме, это как бы затратно и не получается. Но видео не об этом буду говорить, а о ножах. То есть вот они новые идут. Все, то есть какая у нас была проблема? Эти ножи начинают, и здесь даже не стоят еще новые. Ну вот на этой, на второй. Вот, то есть ножи. Вот. Они быстро сбиваются. Тут есть у нас, нет, вот. То есть сюда я повесил как раз запасные. Вот они бьются, то есть быстро. Стираются на 2-3 дня и все. Вот. В магазине нашел вот такие новые. Они по отверстию подходят. Все толстые, офигенные. Все нормально. Решил, то есть, сделать прочнее, надежнее и поменял эти ножи. Что у нас произошло? Да, ножи толстые, хорошие, они офигительные, дольше ходят, все нормально. Ну, хотя и эти немецкие хорошо. Я их купил что-то больше там, наверное, 150 штук про запас. Пускай будут, их цена там была, по-моему, 30 или 40 рублей. То есть, вполне устраивало это. Ну, и поставил эксперимент, толстые ножи, чтобы надольше, лучше косило, не бились и все. Что произошло? Вот, смотрите. Верхний диск, то есть при ударе поля у нас не сеяны, а старые брошенные, плюс кротовники стали раскашивать, нож при ударе поднимает, поднимает, и вот такая происходит стирание верхней тарелки. Вот, пожалуйста, на втором то же самое. Вот, смотрим. Здесь даже выгибать стало верхнюю тарелку. Здесь вот, то есть это уже поправляли мы. Также выгибать стало. То есть он толстый, начинает бить силой уже вверх. Если родной, он начинает просто выгибаться, он тоньше. И как бы все нормально происходит, то толстый начинает бить тарелку. И вот такая вот фигня у нас произошла. То есть вообще разбило вот это место, это мы уже сами наваривали, и все. И низ тарелки, то есть он может бить не только вверх, вот, вот туда, не только в верхнюю тарелку, но также может и вниз бить. Так что мой совет — не ставить эксперименты, а именно покупать те ножи, какие положены на эти косилки, и спокойно косить. Не такие они вот дорогие, КРНовские, чуть ли не в два раза дороже. Так что переворачиваются они так же. То есть этот ножик можно, если одну вот так вот в сторону сбивает всю, то есть я его переворачиваю, и вторая часть, то есть вторым ножом спокойно кошу. Он также вот с двух сторон заточенный, и без проблем он также ходит. Так что как-то вот так. Ну все. Вроде бы все, что хотел, рассказал.
по данным косилкам. Все, жду ваших отзывов. У кого какие есть еще дополнения, пишите, комментируйте. Всем спасибо.